Лето еще даже не приблизилось к своему экватору, но уже бьет все рекорды по трагедиям на воде. В минувшие выходные очередной случай утопления произошел на пляже парка Харинка. 23-летняя девушка отдыхала в компании друзей. По некоторым данным, молодые люди распивали спиртные напитки на берегу. Девушка ушла купаться и пропала из виду. Ее труп водолазам удалось обнаружить лишь спустя 3 дня. Это уже 8-й случай утопления за лето в Иванове. Спасатели напоминают, отдыхать безопасно значит соблюдать правила. Необходимо помнить, что при отдыхе на воде нужно соблюдать простейшие правила безопасного поведения. В первую очередь, это нельзя злоупотреблять спиртными напитками. То есть, как правило, распитие спиртных напитков приводит к трагическим последствиям. Пусть это будет и даже взрослая гибель, и также детская гибель косвенно связана с распитием, когда взрослые отвлекаются и дети остаются без присмотра. Самое главное всегда присматривать за детьми и соблюдать правила поведения на водоеме.